Я уверен, что люди, находящиеся в местах не столь отдаленных, были бы готовы кушать там польские яблоки, и этим бы были бы рады. Уничтожать нельзя, какая альтернатива? Хорошо. Какая альтернатива? Ну, допустим, отдавать зону тем же зэкам. Почему бы нет? Ну вот смотрите, Алексей Анатольевич, почему все-таки государство пошло на такие меры именно уничтожение санкционных продуктов? Вот мы согласимся, что это все-таки крайний мер. Контрафакт и контрабанду уничтожали и раньше. Ее всегда уничтожали. И уничтожали и в Америке, и в Европе, и уничтожают в Европе. Не знаю, когда я русскую сгущенку привозил в Америку несколько лет назад, мне таможенный изъял с улыбкой на лице. У меня стало делать. Не думаю, что он уничтожал. Русские продукты как раз никто уничтожать не будет. Об этом не спорю.